Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Очень тяжелый период в жизни у меня, пишет аноним. Помогите настроиться на лад. Тут уже в этом сообщении, да? Вот, уже как будто бы чувствуется, что вы пытаетесь себя чем-то убедить. Вот. Это не лучшее решение, стараться себя убедить в чём-то. Да? То есть нужно не на лад настраиваться, а нужно смотреть как раз-таки, что вас волнует. Собираюсь подавать на развод после 27-летия жизни с мужем. Поняла, что все достало, живем как противные соседи. Устала от выпивания мужа, да и сам образ жизни не устраивает. Ну, я бы сказал, что образ жизни, конкретно образ жизни, вряд ли прям так вот будет зависеть от того, разведётся вы со своим мужем или нет. Вот, что образ жизни зависит от вас. Равно как от вас зависит то, что вы выбрали такого мужчину. А вот. Или если человек начал выпивать с вами, вот, то есть такая, ну, небольшая, может быть, вероятность того, что вы повторите, вот, ну, ту же самую ошибку, вот, вы будете делать какие-то, ну, вот, те же самые вещи, вот, поэтому я думаю, что развод совершенно не обязательно решит ваших, ну, проблем, вот, на мой взгляд, по крайней мере, вот, поэтому совершенно не обязательно вам разводиться, вот, на мой взгляд, совершенно не обязательно разводиться, чтобы, ну, как-то вот свою жизнь менять. Вот. И если вы, ну, хотите, да, если вы хотите менять свою жизнь, то разводиться для этого совершенно не обязательно. Вот. А вы можете заняться настройкой, так скажем, своей жизни. Вот, вы можете заняться своей жизнью, не разводясь с супругом. Вот.
дальше уже, если захотите, да, то вот разведетесь, и я не думаю, что тут будут обязательно какие-то серьезные препятствия. Вот. Только вот ваша задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы для себя попытаться увидеть, вот чего же вы хотели бы все-таки, да? Вот. То есть, ну вот именно вам, что нужно самой. То есть, если вам чего-то не хватает, да, сейчас. Если вы чувствуете, что, ну, вот, чего-то вам не хватает, да, если вы чувствуете, что в чем-то вы нуждаетесь, вот, то, наверное, именно на это стоило бы в первую очередь обратить ваше внимание. Вот. Вероятно. А не рубить, что называется, с плеча, да, и не разводиться, как бы вот тем самым подвергая себя какому-то, ну, риску и так далее. Вот. Хочу уехать жить в город поближе к сыну, правда, он тоже не определен, еще студент. А для чего вы хотите уехать к нему, к сыну? Вот. Сыну вообще в этом, ну, в этом смысле, что нужно, да? То есть вы уверены в том, например, что вашему сыну нужно, чтобы вы к нему приезжали поближе, вот. Как он сам к этому относится? А вот, к тому, что вы хотите к нему переехать, ну, поближе переехать. Вот. Это вот такой довольно интересный и довольно, ну, на мой взгляд, довольно важный момент. Вот. Потому что если ваш, допустим, сын, да, к примеру, ну, не одобрит то, что вы к нему переезжаете. Или если ваш сын, ну, как-то вот, не знаю, не хочет, например, чтобы вы к нему переезжали, к примеру, да, поближе, вот, то в таком случае ведь что-то придется делать с этим, да? Понимаете, какая штука? Вот. Поэтому я бы сказал, что тут нужно довольно-таки аккуратно и довольно-таки грамотно подходить к этому вопросу, вот. Чтобы не разочароваться еще больше, вот, чтобы не получить каких-то негативных для себя аспектов и ситуаций, вот. А это можно сделать, вот. Поэтому
тут вот, на мой взгляд, желательно все рассмотреть, как-то рассмотреть, да, вот плюсы, минусы, которые есть в, ну, в переезде, вот, в том, что вот вы хотели бы к сыну и так далее, а какой вы видите себя в этом? Да, как бы. То есть, ну вот вы там переедете к своему сыну. Вот. А какой вы видите себя вот, с ним? Дальше, поняла, что существовать с якобы мужем не могу еще 20 лет и больше, но пугает мысль о деле имущества, мысль о том, что придется на определенное время снимать, ну, жилье, да. Ну что же, это нормально, что вас пугает, но, на мой взгляд, опять же, здесь крайне желательно, ну, постараться увидеть, вот, что конкретно вас пугает, да? Вот. Это было бы очень, очень здорово. Вот. То есть, что конкретно вас пугает и что конкретно вас, ну, страшит в этом. Вот. Потому что, может быть, дело не в жилье, да, и не в разделе имущества, например. А дело может быть в том, допустим, что вам нужно будет, ну, принимать какие-то решения, вот, к примеру. А, может быть, дело в том, что вас пугает совершение каких-то выборов, вот. Такое тоже, тоже может быть. Дальше, так, страх, что мне 51 год, и вдруг у меня будут проблемы с устройством на работу и так далее. Обратите внимание, да, что вы, получается, центрируетесь на проблемах, вот, больше, чем на том, чего вы хотите. Вот. А хотите ли вы работать? Да, чем вы хотели бы заниматься, вот, и какая мотивация что-то делать у вас вообще есть. Давайте на это обратим ваше внимание. Очень нуждаюсь в поддержке, так как мои родственники не понимают меня, говорят, что поздно что-то менять, и надо смириться с тем, что есть. А поддержка нужна человеку, когда он не уверен в себе, сомневается, и когда он слишком много от себя требует, либо когда привычно видит только определенные цели. Вот. Я пробовал, не получается у меня даже что-то наподобие невроза, наблюдаю у себя, буду благодарна вашим ответам, как правильно настроить себя на новую жизнь. Спасибо. Ну, это очень общий вопрос, мне кажется, что... вы сами себя... пугает этим, мне кажется, что вы сами себе создаете такой образ несколько демонизированных обстоятельств вашей жизни, вот, именно за счет того, что пытаетесь настроиться на новую жизнь. Вот. Но на самом деле вот, никакой в этом смысле новой жизни нет, просто вы что-то хотите менять, это абсолютно нормально. Вот. Нужно просто понимать не только от чего вы идете, но и к чему вы идете тоже. Вот. А сейчас у вас как будто бы есть только от. Вот. Ну и в целом, я думаю, что перемены являются травматичными для человека, поэтому ваши чувства, травмы нужно прожить, равно как, вероятно, прожить обиды на супруга и так далее. Вот,
как-то так, я думаю, вам нужна психотерапия, вот, и какая-то поддержка, слова, что все получится, ну, на мой взгляд, это просто слова, которые не убедят вас и не помогут. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, желаю вам всего.